Отчет об исполнении бюджета за 2014 год заслушали областные парламентарии. В условиях непростой экономической ситуации в регионе, тем не менее, отмечен рост собираемости налогов. К примеру, по транспорту сборы составили сразу 140%. Значительные суммы удается собирать по линии штрафов ГИБДД. В итоге средства казны по основным направлениям освоены, недошедшие до получателей деньги перераспределены на 2015 год. По текущему бюджету прогнозы также благоприятные, хотя объемы безвозмездных поступлений из федерального бюджета снижаются. Но это не коснется социальных обязательств. Вы знаете, вот если откровенно говорить, думали, что ситуация будет хуже. Но на сегодняшний день уже можно понимать, что бюджет будет исполнен, в принципе, в том виде, как прогнозировалось. Исполнен в доходной части. А в расходной части это уже надо понимать, как сработает министерство. У нас просто варианта другого нет. Все должны исполнить взятые обязательства до начала чемпионата мира 2018 года.